А мы продолжаем наш выпуск. Четыре пары близнецов родились в один день в Израиле. Израильская больница Западной Галилеи на Гарии удивила и порадовала местных жителей так называемым мультикультурным бэби-бумом. Все мамы разного вероисповедания. Я считаю, что вчера был очень символичный день и очень счастливый, когда все четыре женщины – христианка, мусульманка, друзка и еврейка – родили близнецов. Каждая через несколько минут после другой. Это очень счастливое событие, которое, несомненно, отражает общность нашей жизни.